скульптору удалось передать красоту Афродиты. Это да. Фидий был прав. Скульптор изобразил Посейдона во всем великолепии. Нашел.
здесь, капитан! Значит, это тот самый могучий атлет Феоген, сохранен на века, сидит на заднице. Нашел. Последнее. Вернусь к Фидию в Олимпию, и мы выясним, что все это значит. Будет непросто, но послание, похоже, содержит важные сведения. Фидий! Ох, напрасно я не поверил, что ты в беде. А вот и скитала. Теперь расшифрую послание. Я отомщу за тебя, друг. Можешь быть уверен. Thank you.
Угадает. Отходите, делайте ставки. У Олета куча драх. Так дело не пойдет. Чтобы привлечь народ, тебе нужно больше энтузиазма. Все ставят против Питека. Говорят, ему не везет. Могу устранить его соперника. За плату. Заманчиво, но не сейчас. Ладно, а что предложишь ты? Узнать, в чем дело. Можно ли помочь ему победить? Я узнаю, что... Спасибо. Питек, Олет сказал, тебе нужна помощь. Неужто? Умеешь творить чудеса? Случается. Мое счастливое копье сломалось. Починишь? У вас же должны быть одинаковые копья. Да, но оно счастливое. Без него я проиграю. Счастливое? То есть особенное? С которым можно выиграть? Копье это полое, как тростник, и такое же легкое. Но выглядит, как олимпийское. Если хочешь помочь, принеси мне такое же. И я принесу победу Афинам. И Олету. Где мне найти такое копье? Его всегда можно купить. А другие атлеты используют особенные копья? Возможно. Мне искать палку? Сам справишься. Ты передумал? Не волнуйся. Спасибо. Это вроде подойдет. Я принес тебе копье. А, сейчас посмотрим. Да уж, оно тяжелое. Копье — это лишь копье. Победа зависит от тебя. Ты что, преодолел весь этот путь, чтобы проиграть? Ты думаешь? Я знаю. Метни это копье и покажи им. Так я и сделаю. Нужно найти Олета. Вернулся. Конечно. Прекрасно. Не хочешь... Драх много не бывает. О, высокая...
Не помогло. Витек проиграл. Мы оба. Ты дол. Зря я вид. Хайре, я могу чем-нибудь помочь? Корабль, который вез мое новое снаряжение, затонул. Новенький ди... Что ж, достань их. Я атлет. Просишь вспороть? Да. Найди кого-нибудь. Если передумаешь, приходи. Панкратион! Испытайтесь! Я состязаюсь. Ты шутишь, похоже. Мы ждем лишь одного бойца. Ты... Он захлебнулся, то есть лишнего хлебнул. Я заменяю его. Ладно, ладно. Небывалый случай. Но если мы отменим бои, волнений не избежать. Что ж, ладно, состязание. Что ж, идем. Пожаловать. С радостью представляю вам Каллия, почтенного судью Олимпии, снискавшего звание чемпиона на этом ристалище. Друзья, для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Панкратион! Но оставим пустые слова и приступим к делу. Именем Зевса начнем соревнование. Я раздавлю тебя, как муху. Больно. Не завидую. Нет. И это все? Это только начало. Что? Наш участник готов к поединку. Посмотрим, справится ли он с Эрастом. Удачи. Не моргай, а то получишь. Как они еще держатся? Толпа ликует. Но это не все. То есть? Боги будут довольны, не так ли? Скоро начнется последний бой. Могучий Алексиос против нашего чемпиона Дариэя. О.
Ну дела, подумать только. Хотя... Алкивиа. Дай мне палец, и я откушу тебе всю руку. Мир и без того хрупкий. Это действительно был яд, но Алкивиад не единственная жертва. Так и есть. Яд. Его добавили в еду и вино. Запах странный, но еда свежая. Список продуктов для праздника. И имя торговца.
Схожу к этому прямо. А теперь нам нужно поговорить. Нет, прошу. Теперь приказываю я. Прошу, я думал, что мы просто замедлим их ради победы, ради денег. Мой друг Алкивиад, возможно, уже мертв. А ты говоришь о деньгах? Золотой мальчик? Я был там. Он выживет, если ты достанешь противоядие. Скажи, где оно? Оно должно быть в крепости Кореб. Там, где мне дали задание. Иди туда. Виновный поплатится. Иди и не попадайся мне больше. Да, спасибо. Вот. О! Средство. Я чувствую. Идем. Твой новый соперник – Дерей. Я готов. Уже бился с ли... Нет, но... Ну... Меньше слов, больше драк. Покончим с этим. Зазявся. Мы знаем, что вновь прибывший показал себя достойным соперником. Но посмотрим, сразит ли он чемпиона Дориэя! Смерть пришла! Победа! Да! Боги были снисходительны к ним, к нашим атлетам. Но победитель будет лишь один. Спарта!
будет вечная слава! Не думал, что снова окажусь в... Я хочу увидеть царей. Ты готов вернуть землю нашей семьи? Ну да. Но сначала нужно свергнуть царя-культиста. Твоя мать гордится тобой, Алексиос. Ты точно уверен, что доказательств хватит? Точно. Соберу эфоров и буду ждать в тронном зале. Каких эфоров? Разве ты не помнишь? А, впрочем, ты был ребенком. 5 эфоров избираются из числа граждан Спарты. Они властны даже над царями. Ты должен склонить их на свою сторону, чтобы спасти Спарту. Увидимся. Чего же мы ждем? Простите за задержку. Ты созвала эфоров? Судя по толпе обожателей, ты достиг успеха. Мы очистили Беотию от афинских солдат. Земля ваша. Это замечательно! Полагаю, ты был слишком занят войной, чтобы доставить нашего атлета на игры. Мы прибыли в Элиду, но там случилось несчастье. Поэтому я выиграл венок для Спарты вместо него. Клянусь Никой, отлично, боец! Что с волком Ликаоном? Мертв. Хотите увидеть его голову? Зачем ты созвал эфоров, если принес лишь добрые вести? Чтобы выдвинуть обвинения. Серьезно? Против кого? Ты знаешь, о чем пойдет речь. Против тебя, Повсаний. Нужно избавиться от Повсания, пока не поздно. Он член культа космоса и предал свое государство. Культ космоса?
Да о чем ты говоришь? Видимо, это шутка. У меня есть доказательства. Вот они. Вот доказательства. Он виновен. Это не доказательства. Эфоры разбирают только серьезные дела. Отсутствие доказательств – это неуважение к царям и к нашему времени. Этот обвинитель послужит примером всем безрассудным глупцам. Я виновата! Накажите меня, его мать! Мы дали тебе возможность доказать свою верность. Пригласили сюда. И вот как ты нам отплатил? Что скажешь, Архидам? Алексиос и Мирин, я проклинаю ваши имена! Вас настигнут криптии, а илоты соскребут мясо с ваших костей! Согласен. Весьма мудро. Жаль, что в этот раз маска и плащ не спасут тебя. Ты был там, в Дельфах! Мама, Повсаний раскрыл себя, прежде чем меня выволокли оттуда. Значит, он царь-культист. Нужно разделаться с ним как можно скорее. Верно. Как закончишь, приходи домой. Конечно. Арес поручил мне привести Спарту к славе. Может быть, только один. Царь Повсаний состоит в культе космоса. Я должен его убить. Она выглядит такой мирной.
Алексиос, я же вынес тебе приговор. Я не знал точно, когда обвинил Павсания. Но теперь знаю, он источник всех бед Спарты. Значит, ты уверен? Где он? Он сможет защититься? Я видел его смерть. Ты убил его? Да. У меня есть доказательства его связи с культом. Неоспоримые доказательства. В этом письме планы культа космоса в отношении Спарты. Написано рукой Павсания. Какой еще культ космоса? Ты говоришь так, словно я понимаю, о чем речь. Тайное общество, алчущее власти. Война нужна им, чтобы стать еще могущественнее. Трудно поверить, что все это время Павсаний использовал Спарту. Мы давно правили вместе. Мы обсудим все с эфорами. Если ты сказал правду, то заслужил гражданство Спарты. Дом твоей семьи снова принадлежит тебе. Спасибо. Послушай. Да? Если решишь править Спартой, я бы хотел сразиться с тобой. Ха, я не правитель, мой царь. Пропал. Пропал? Здесь был маленький череп кролика. Твой первый трофей. И кому он нужен? Только один человек мог забрать его. Николаус. После нашей встречи он вспомнил об этом месте. Так было и со мной. Похоже, не только я тосковала по дому. Надеюсь, не помешаю. Брасит, входи. Я рад, что вы вернулись домой. Мы тоже этому рады. Ты пришел сюда не просто так, верно? Я отправлюсь в Пилос, как только смогу. Не хочешь присоединиться? Я с удовольствием помогу. Что ожидает нас в Пилосе? Слава! Афиняне постоянно теснят спартанцев. Я не могу допустить, чтобы Спарта понесла такие потери. Неужели ты больше не веришь в наших воинов? Они сильны, как и всегда, но они не представляют, насколько страшен их враг. Ты о Деймос? Да, до меня дошли слухи. Сила природы в теле смертной. Она убьет любого на своем пути. Если Деймос в Пилосе, мы остановим ее. Буду ждать на корабле. Поспеши. Чем дольше мы медлим, тем больше погибших. Кассандра в Пилосе. Верни ее домой, Алексиос. Вернуть домой? У нас снова есть дом. Мы можем стать семьей. Еще не поздно. Я верну ее. Любой ценой. Запомни, Алексиос. Другого шанса не будет. Понимаю. Она, должно быть, уже увидела культ в истинном свете. Неважно, что ты должен делать. Верни сестру домой. Прошу. Я не отступлю. Брасит ждет меня. Удачи, Алексиос.
Лесси! Деймос! Этот бой между тобой и мной! И тебе его не выиграть. Кровь Брасида будет на твоих руках. Его, твоя и всех твоих друзей. Хватит, или один из нас умрет. И что не так? Я нашел мать. Нашлись лишь для того, чтобы вновь потерять друг друга. Не пойму, что ты хотел сделать? Что? Тебя спасти? Нет, дело в другом. Я велела тебе не мешать, но ты все же здесь. Так что, теперь я в плену до самой смерти? Почему нет? Так я могу убить тебя, когда пожелаю. Но сперва расскажи мне все. Культисты тебе не докладывают? Ты на их стороне, но не похоже, что они на твоей. Думаешь, мной управляют? Так докажи. Раз я не на той стороне, убеди меня. Что ты хочешь узнать? Правду, какой ты ее видишь. Но потом я тебя убью. Почему меня бросили той ночью на горе? Спроси тех, кто хочет моей смерти, кто считает тебя богом. Смеешь оскорблять тех, кто в итоге спас меня? Это из-за них тебя сбросили со скалы. Я принесла им победу. К чему им так поступать со мной, Малака? Ты просто кукла. Но знаешь, что тебе говорят не все, иначе не пришла бы. Скажу прямо. Они искали не воина, их тысячи. Им нужна была я. Только я. Они хотят истребить нас. Всю семью. Всех до одного. Тогда почему я жива? Тебя взрастили. Заставили помогать. И создали механизм. Им плевать, что с нами будет. Деймос, мы тебя искали. А ты здесь, в этой яме. Я слышал крики. Пустое. Прочь! Живо! Тебе здесь не место, а девчонка. Я тебе не кукла. И ты мне не хозяин. Конечно, защитница. Это больше не повторится.
Ты в темнице по своей вине. Не припомню такого. Ты должен понять, это все ради Афин, Алексиос. Перикл едва не разорил весь город. Люди жили в нищете. И вы его убили. Не разбив яйца, не найдешь идеальный желток. Он нас не устраивал. Так значит, при тебе все будет иначе. Меня защищают друзья. В меня верят люди. Они знают, что мои решения пойдут им на пользу. Все будут довольны тем, что я замыслил. Заходи внутрь. Ты ведь пришел убить меня. Ну так попробуй. На мое счастье, есть и другие пожары, что надо тушить. Говорят, назревает мятеж. Так скоро? Надо же. Я знаю, что делать. Мертвые не бунтуют. Как же ты справишься с ними, если боишься биться со мной один на один? Мне ни к чему марать руки. Народ сделал выбор. Я ведь говорил, люди наделили меня властью. Позволили решать. Но не за весь народ. Не ты ли называл политику игрой? Так вот, я не люблю проигрывать. Будь ты проклят! Это не мой выбор. Народ Афин все решил сам. Я и пальцем не пошевелил. Так поступают с мятежниками. Люди выбрали вслепую. Ты помог мне в Афинах по своей воле. Жаль, что вы с сестрой такие разные. Прости. Культ победил, Алексиос. Что ж, мне нужно успеть на корабль, идущий в Метелену. Нанесу ее жителям неожиданный визит. Бой! Во имя богов! Стоять! Вовремя! Любопытно. Может, смерть и впрямь величайшее счастье человека? Почти успели. Участие тоже важно. Хвала богам, ты жив, Алексиос. Думаю, это не все. Нам нужно уходить и побыстрее. Стой! Вы должны знать о Клеоне. Сократ следит за мерзавцем. Мы уже все знаем. Поспешим. Его вещи, Варнава. Идем, Варнава. Алексиос, встретимся в доме Перикла. Там и поговорим обо всем. Лестница к Парфенону устлана трупами.
Ты пришел. Само собой. Варнава уже собирался спасать тебя вновь. Участие тоже важно, да? Очевидно. Идем, нас уже ждут. Мы боялись, ты не придешь. Потому что тебя ищут все финские стражники. Так просто, Клеону со мной не справится. Что это? Мы обсуждаем, как лишить Клеона власти. Только ничего не выходит. Много слов, но мало толку. Без Перикла все стало иначе. Но его дело живет, поэтому мы здесь. Раньше мы прятались тут от напастей, а теперь глядим им в лицо. Итак, в первую очередь мы должны... вернуть Афинам былую славу. Вы хотите свергнуть Клеона. Как именно? Будет непросто. Если он умрет, мир в Афинах пошатнется. Верно. Сперва опорочим его. Аристофан написал пьесу, которая якобы поможет нам в этом. Пьесу? Это нечто большее. О, прошу только. Ведь так? Что особенного в этой пьесе? Мы увидим твою знаменитую оранжевую мартышку. Ха! Как это не... Стоит ли бронить Клеона? Пьеса образумит их. Мы должны действовать. Клеон собирается отправить в Митилену убийц. Люди верят Клеону. Они поддерживают его во всем. Это не значит, что мы должны сдаться. Устранить Клеона будет трудно. Но с тобой у нас все получится. Надо было остаться, помешать Клеону. Только глупцы живут прошлым, но ты не из их числа. Что-то планир... Услышав, как Клеон упомянул Митилену... Это интересно. Мой ученик выдает себя за стражника в Акрополе. Похоже, Клеон прячет там что-то важное и проводит тайные встречи. Смелый уч... Такое время. Если ты считаешь, что мне следует обыскать Акроп... Где-то там доказать... Люди могут... Пойдут. Я... Куда мне нужно идти? В западную часть. Расскажи мне больше о месте. Я слышал, что... Стоит на... Я найду то... Славно. Я собираюсь выступить перед людьми на Пниксе. Я скоро. Yeah.
Клеон вполне мог бы пойти сюда. Значит, чтобы достать ключ, нужно найти командира. Следы грязи. Наверное, кто-то пришел из сада. Лопатой недавно пользовались. Похоже, кто-то копал. Сократ был прав. Именно это нам и нужно.